Всем привет! В этом видео я хочу показать вам очередной макияж на Новый год. Этот макияж я сделала с палеточкой от Makeup Revolution, Hot Smoky. Кому интересно, как я сделала такой макияж, то продолжайте смотреть. Всем приятного просмотра! Я уже нанесла тональный крем на лицо, сделала легкую коррекцию лица, нарисовала себе брови и давайте приступим к макияжу глаз. На глаза я сейчас буду наносить базу под тени от NYX белого цвета, для того, чтобы все оттенки теней были более насыщенные. Наношу просто пальчиком. И хорошенечко растушевываю. Чтобы тени не скатывались, нужно, чтобы база была очень тоненьким слоем нанесена. Также немножечко наношу на нижнее веко. Макияж я буду делать с палеточкой от Makeup Revolution Hot Smoky. Здесь есть как нейтральные оттенки, так и очень яркие, синий, фиолетовый, бронзовый оттенок, серебряный. И также есть матовые коричневые оттенки. Для начала я прорисую складочку века. Я это буду делать матовым оттенком, таким как пыльно-фиолетовым. Буду использовать пушистую кисть от Jessup. Набираю тень, немножечко стряхиваю и начинаю прорисовывать века. Также этот оттенок я нанесу на нижнее веко для более плавной растушевки, потом более темных оттенков. Теперь я возьму синий яркий оттенок и нанесу его на подвижное веко. Для этого использую плоскую кисть от Zarea номер 9S. Этот же оттеночек я нанесу на нижнее веко. Теперь во внешний уголочек глаза я буду наносить фиолетовый оттенок темный. Использую для этого плоскую кисть от Zarea 6S.
Теперь пушистой кистью и оттеночком, который мы наносили в складочку, я подтушу границы. Под бровь я нанесу самый светлый матовый оттенок. Наносить буду кисточкой 8S. И также этим оттенком я выделю уголочек глаза. Теперь я добавлю темно-серый матовый оттенок. Буду добавлять его во внешний уголочек глаза, на нижнее веко и на верхнее веко. Использую для этого маленькую кисть 237 от Zoeva. И также пушистой кистью подтушу границы. Во внутренний уголочек глаза я добавлю пигмент от Inglot 112, очень красивого яркого фиолетового оттенка. Для этого буду использовать вот такую коротенькую кисточку с коротеньким ворсом от Jessup. На слизистую я буду наносить фиолетовый карандаш от Zoeva. На верхнее веко буду наносить черный карандаш от Revlon. Теперь я хорошенько прокрашу ресницы тушью от Revlon Dramatic Definition.
Мой макияж готов. Я очень надеюсь, что он вам понравился. Это один из вариантов новогоднего макияжа. Так что, если он вам понравился, то ставьте лайки, мне это будет очень приятно. Не забывайте подписываться на мой канал, также оставлять ваши комментарии. Всем огромное спасибо за просмотр и всем пока!